и в прокуратуру, и в там, другие инстанции, в КНАП тоже, написал человек, который сам был пойман на взятках, господин Стикот Айвар, и по поводу которого два предпринимателя написали заявление, что он вымогал у них взятки. Да. Ну, естественно, это нормальная оборонительная позиция человека, чиновника бывшего, загнанного в угол. Давайте не будем на это тратить.